Отлично, день прошел. Сегодня вас судили. Елена Иерусалимская, Россия. Так мало.
там у меня попали. Да, замечательно. Аплодисменты. И, конечно же, опять мы поддерживаем участников. Это, я думаю, что уже обязательно должно быть. Большое спасибо всем. Это, я думаю, что окончательный отбор. И сейчас из этих трех узнаем, кто же будет победителем и как распорядиться уже Марика Максима. Ну что ж, дорогие друзья, давайте один кружочек сделаем, и я буду объявлять уже как победителя. И я объявляю победителя. Подвяжные аплодисменты. Итак, на третье место у нас идет Афганская Борзая. На второе место у нас идет Пара Выпита и победитель награды Кирилл Кирилл. Итак, у нас, опять-таки, мои дорогие фотографы, я прошу вас работать чуть-чуть побыстрее. Все, потому что у нас просто немножечко времени, мы немножечко ограничены во времени, поэтому мы немножечко будем ускоряться, чтобы вы понимали, как мы делаем это быстро и готовимся тоже быстрее. Поэтому время у нас Милан Миланович. И лучший пилот. Я прошу вас, у вас огромное место президент. Поэтому всех, пожалуйста. Итак, Милан Миланович и. Итак, питомник Канекорса, итальянский Канекорса. Питомник Басерона. Питомник русских соло борцы. Баварский кончик питомник. Питомник Салюты. Питомник Эрдельтерьер. Питомник Санаев. Питомник Шип. Питомник Бассейн. И питомник сверхчеловека черного окраса. Питомник Такс. Впрочем, Влад Кишовский. И питомник Такс стандартный жесткошерстный.
что ж, всем большое спасибо, молодым дворникам. Вот, и для Бога наставления. Это питомник, это интерьер, питомник. В принципе, все у вас питомник от Сэджи и питомник итальянский, питомник итальянский. После питомник Света Штаузер, черный агас. Давайте продолжаем аплодисменты. Что-то шутковато. Давайте.
Я люблю Дарья. Для производителей нужно два. Один и вторая. Ну да, а то целая. А то свингер-клуб какой-то. Наверное, так. Да. Только кабели в производителя. Американская
Семерна. Подвигайте. Азава. Салюки. Испанская водина. Венгерская мышца. Аргентинский дом. Среднеазиатская чарка. Пропасти. Чего? Лаборатория тренинга. Выпер. Бигель. Шиба. Мало воды из кипаса пришло. Миниатюрная американская чарка. Якутская лайка. Сверху пичер. Бассейн же. Скиберки. Джек Рассел. Бортер. Английский бортер с панелью. Баварский огончик. Папион. Конер Кинч. А Кинч сейчас панель, прошу прощения. Паденко португез. Кавалер Кинчак с панией. Это у нас будет. Такса стандартная жесткошерстная. Такса миниатюрная жесткошерстная. Вот. Какое огромное количество у нас маленьких
Ну что ж, я поздравляю победителей. Мы берем кубки, подарки и все, что предлагает. Победным. Принг приглашается у нас Шинки, который судим будет Нэйчан. Замечательно. Пожалуйста, Нэйчан, под ваши аплодисменты, дорогие друзья. И в ринг я приглашаю. Иванский Вокзал. Натан. Под этим цены. Родезийский Ричбек. Итальянский Калифорс. Немецкий боксер. Американская Афина. Русский черный Терье. Немецкий боксер. Веймарана. Тоберман. Салюки. Среднеазиатская овчарка, Самое, немецкая овчарка, Бульмастик, английский сеттер, австралийская овчарка, золотистый ретривер, прямошерстный ретривер, лабрадор ретривер, английский спринтер спринтер, талматин, бультерьер стандарт, американский стаффордширский терьер, шаричный терьер, якутская лайка, пинчер, шива, бассейнджи, шнауцер темного окраса, ландер спаниель, пуми, японский шпиц, бигль, английский бокс спаниел, парсинг, бриранский шпиц, французский бульдог, шицу, так со миниатюрным глазах кроличек, пожалуйста, прошу прощения. Восток терьер. Сладкая пицца выбирает обычно.
Дарья Петровская, подойдите ко мне, если хотите взять вашу карту. Знаешь, что у нас сделал судья Бастеншова? Он ушел, сказал, что он хочет победить или группу, или группу. Он ушел медитировать вообще. Ну что ж, дорогие друзья, итак, на третье место я приглашаю под ваши громкие аплодисменты Салюки! На второе место я приглашаю Бассейнджи! Американский спортивный тренер. А теперь я хочу посмотреть на то, как будто ветеран.
Но я думаю, что это не... Почти.
Какие слова? Классно. Первая группа у меня собирается в Пленинге. Кто-то идет в Пленинге. Так, подождите. Чего? И что, она убежала? А, у нее только есть собака. Ну, все, больше никого не было? Они там не уедут? Не хочет, это первая группа. Так, останавливаемся. Они больше не в каких быстрых не участвуют. Может сходить к ним? Принести куртку. Что там у нас? Куртки остались? Куртки, рюкзак. Да. Пули, простите, пожалуйста.
во втором ринге. Интересно. Интересно. Елена взяла на уровне 70. Ну что, это правда. Первая группа. Сейчас мы узнаем победителей первой группы. Гиля Дэшбэ, спасибо. Спасибо. Ну что ж, сейчас мы все узнаем. Итак, у нас
основные чаты судьи. Бутерьер. А потом
верю так же, как он. Так что
Кровича, гладкошерстная Кровича, длинношерстная и второй Кровича, шестошерстная. Все деньги. Thank you.
Итак, поехали. Пятая группа. Это Межич из Сербии. И он будет судить из пятой группы. Сибирский хаски. Американская акита. Мерзкий Сибанов. Западная сибирская атака. Солнце. Асаваед. Акита. Правда. Якутская лава. Тайский риджбер. Шива, Пассейджи, Черный Гуэр, Японский Шпиц, Соло Спинси, Камеранский Шпиц. Я у кого там тебе испугал-то? Подъезд, легкошерстный. Легкошерстный подъезд, да? Thank you.
Дайте респект. Спасибо за сердечки. Я смеюсь.
и мы поехали. И мне нравится сделать свой выбор, и на третье место я приглашаю. Busted House. Reach back. Thank you.
Ну что ж, поехали. Итак, на третье место я приглашаю. Веймаран Рикан Кашорская. На второе место я приглашаю резервный победитель на этой группе у нас будет Боинга. Итак, Милан Владимирович, группа номер 8. Прошедший ретривер. Золотистый ретривер. Лайки. Где лайки? Спасибки.
Славка Йохич. Под ваши аплодисменты. И у нас впереди девятая группа. Да, будешь тогда черного окраса. Будешь тогда серого окраса. Будешь средний. Нормалу черного окраса. Будет то черного окраса. Черного окраса будет то черного окраса. Еще в призыве. В шестой группе третье место Баси, первое место Ричбек. Дальше все как в тумане. Даже писать. Жир. То есть в стыре. Подъем. Чим. Чим. Динашевский. Русский торт. И, пожалуйста, 15. Нет, ну вообще-то на самом деле надо поторезать.
Ну что? Значит, в принципе, у нас карета уже превратилась в стыдло. Поэтому расслабим сторону. Получаем удовольствие. Итак, Марк Андерсон, 10-я группа. И мы будем наслаждаться 10-й группой. А впереди у нас русская псовая борзая. Рейхов. Афганская борзая. Салюки. Азамар. Уидин. Кортая. И малая итальянская борзая. Я, нас так много смотрит трансляцию сегодня. Спасибо вам большое за ваши сердечки, за ваши лайки. Лайки. Делитесь этим видео, тогда еще больше людей увидят. Интересно, поставим мы сегодня рекорд просмотров или нет? Итак, а какой рекорд? На третье место я приглашаю. Афган. Ну что ж, поехали. Итак, у нас конкурс на лучшую юниор.
идет по группам, и мы вызываем первую группу. Австралийская овчарка. Американская неизвестная овчарка. Это корм Кардига. Скидывайте, это корм Петро. Каждой группы по собаке потом будут судить. Кири Бультерьер. Я Дель Терьер. Это фашистский Бультерьер. Денис Бультерьер.
Прекрасно, ты летишь на рейс. Сходишь ты. Вы стали два это рейс. Норвич это рейс. Норфолк, пожалуйста. Давайте покажем, кого уже выбрали из юниоров, из первой и второй группы. Опять один кому-то, я поеду. Не надо.
третьей группе 50. Русская Псова. Афган. Салюки. Уиды. Мало итальянских музыкантов. Не все из дома. Мы нет. Хорошо, стак сегодня не бегу. Смотри, по праву 2, 3, 4, 5 кругов. Наш российский. Я тоже побегу. Где-то рядом, я не могу пойти. Сейчас идет бест юниоров. С каждой группы по одному юниору. Закрою.
Есть какой-то план, но не придерживается. Все легальные,
группа из 50-й группы. У нас уже 93 человека в моменте. Давайте ставить еще лайки, сердечки и делиться. И 7 человек. Дойдем, добьем до 100 человек одновременного просмотра. Показывает, а где 100? Итак, судья Western Show, Juan Miranda Sauceda, Мексика,
встречаем. И вообще, давайте поаплодируем всем нашим судьям. Вы не представляете, какой это длинный путь. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ну что, все группы готовы? Приобретите. Итак, представитель первой группы, английская овчарка, Боб Тейлор. Представитель второй группы, Доберман. Спасибо вам, зрители! Ой, собачки даже полетели, не только сердечки. Стараюсь запись оставить, лишь бы все хорошо с интернетом было. Романтик. Прям киношность сплошная. У нас 100 человек в моменте, ура!
тебе... Нет, я просто, в принципе, тебе прислала расписание. А я только сейчас увидела. Thank you.
хорошо не видится. Так что привет. Нас почти 120 человек. Интрига, да, так класс. 121. 121. Волнительно, потому что это прямой эфир, это прямо здесь и сейчас происходит. Ну, кто угадает победителя? Так, я подожди вызывать слова. Ваша версия. На третье место я приглашаю. Прямо сейчас это будет той, пожалуйста. Спасибо вам большое.
Все, всем спасибо, всем пока.